давай, там Лёшка... Я полагаю, что российское общество раньше времени разочаровалось в том, увенчается или не увенчается оптимальным путем прокладка трассы через Химкинский лес. Есть результаты независимой экологической экспертизы, которую Чирикова предъявляла в общественной палате. Эта же экспертиза имеется в правительстве Российской Федерации, в администрации президента. Мы должны помнить, что окончательное слово главы государства по этому поводу абсолютно не сказано. И опускать лапки, как говорит лидер страны, хлопать крылышками по корпусу, время абсолютно точно еще не пришло. Нужно дождаться того, какое решение будет принято, а потом вполне вероятно апеллировать или к его справедливости и говорить «да», что и требовалось доказать, или дальше продолжать доказывать свою правоту. И я от себя еще, кроме этого, хотел бы добавить следующее. Только не надо никому заниматься скотством, гонять детей Чириковой, подвигать жителей, суля им различные бонусы на то, чтобы они сжигали чучело Жанны д'Арк, которую Чирикова уже, безусловно, сама для себя как минимум стала являться. Вот не надо про детей и не надо заниматься черной магией. Давайте-ка все сделаем по-белому, тогда все будет намного лучше.